Друзья мои, всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame по действующему каталогу. И первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, женский wellness pack. Здесь всего 21 пакетик, в котором содержатся мультивитамины и минералы, шведский beauty комплекс. Я уже открыла коробочку, так как я уже начала их пить. Вот хочу вам показать, как все это выглядит. В коробочке 21 пакетик, повторюсь, рассчитанный на 21 день. Я пью их после завтрака, перед выходом. Запиваю обычной минеральной водой. Никаким ни чаем, ни кофе, ни соком, ни в коем случае. Только водой. Здесь мы с вами видим, что содержится одна мультивитамина и минералы, именно рассчитанные на комплекс для женщин. 2 омеги-3. И шведский комплекс плюс астаксантин, так называемый, вот он темненький. Эта витаминка, она выполняет функцию защиты нашего организма, куда входит, кстати, экстракт черники, полезный для зрения, и также препятствует, в принципе, заболеваемости, да, то есть это еще и защита от внешних факторов. Так что, в общем-то, на данный момент вот этот шведский комплекс более эффективный для меня, нежели чем остальные витамины, которые я раньше употребляла, в том числе Витрум, это американские витамины, и ранее это были Алфавит когда-то в детстве, который мне вообще в принципе не нравится, и от которых у меня просто вызывал постоянно тошноту, и, в общем-то, абсолютно какое-то бездействие. А вот этот вот комплекс достаточно эффективный. И что хочется сказать про данные витамины, в чем их плюс? Плюс их в том, что они водорастворяемые. То есть в каждом человеке, да, в каждом организме есть свой набор витаминов. В зависимости от того, как человек, какой образ он ведет, что он кушает, в зависимости от этого у него есть... У каждого человека, да, свой набор витаминов, где-то в чем-то переизбыток, где-то недостаток. И данный комплекс, он призван восполнить недостаток тех витаминов в вашем организме, в которых вы нуждаетесь. И если у вас есть какой-то переизбыток витаминов, то данный комплекс, он не остается в организме, он выходит. То есть это большой плюс, у вас нет никакого накопительного эффекта, у вас не вылезает никакой аллергии там на коже или еще где-то. И, в общем-то, в этом плане эти витамины, они действенны. Мне они очень нравятся. Также есть в этой серии wellness и витамины для детей. То есть, если кто-то переживает, я не зря сказала про комплекс витаминов Алфавит. Я, к сожалению, не знаю уже, да, какие сейчас витамины продаются в аптеках для детей. Но вот в моем детстве это были, опять же, повторюсь, это был Пиковит, это был Алфавит. Единственное, что мне нравился, это Пиковит, потому что Алфавит я на дух не переносила. И я вообще не понимаю, что это за витамины, от которых просто становилось, ну, нехорошо вот мне как ребенку. Поэтому, в принципе, присмотритесь, витамины хорошие, эффект есть. Я знаю, опять же, да, повторюсь, что кто-то пьет практически круглогодично их, но я пью их 2 раза в год, пропиваю. Ну, в зависимости от недостатка витаминов, я могу еще употреблять отдельно омегу-3 и астаксантин, который, кстати, продается не только в этой коробочке, он продается еще отдельно как самостоятельный комплекс. Поэтому, если вдруг вы желаете попробовать данные витамины, вы можете оформить подписку либо через своего консультанта, либо сами. Вы можете, в принципе, это сделать, зарегистрировавшись в компанию Oriflame. Кому интересно, ссылочка под этим видео. И давайте пойдем дальше. Следующее, что было заказано, в основном это были товары для душа. Ну и начнем. Наконец-то ко мне приехал вот этот вот замечательный наборчик Супер Семейка 2.
Кстати, я только заметила, что здесь нет ни одного слова на русском языке из серии Суперсемейки 2, то есть здесь Incredibles 2. И вот такого вот оранжевого цвета гель-шампунь для волос и тела, 2 в одном. Здесь всего 200 мл. Взяла я, конечно же, для себя. Я люблю такие штучки. Пахнет он, вы знаете, ненавязчиво, ну так нейтральный даже какой-то сладкий аромат. Мне очень нравится. Я пока еще не решила, для волос или тела я буду его использовать. Скорее всего, как гель для душа. Он мне вполне подойдет. Также в этот набор входила мыльца. Оно выполнено в виде одного из героев. Там есть мордашка. Если будет возможность, я вам покажу. Ну, мыло я в основном тоже использую либо для душа, либо как мыло для рук. В ванной очень долго хранится, не размыливается. Но, в принципе, я уже об этом ранее говорила. И давайте пойдем дальше. Также были заказаны две зубные пасты. Сейчас они идут, все четыре пасты, с хорошей скидкой и по хорошей цене. Я взяла вот таких вот две, Crystal Wild White, это отбеливающая паста. Мне она очень нравится, она абсолютно эффективная. Десна, если кто страдает, да, у всех свои проблемы, там кровоточит, и вообще у вас, если большая чувствительность зубов, то от этих паст чувствительность у вас пропадет. И в общем-то, эффективность 100%, гарантированно проверена на себе, и паста достаточно хорошего качества, и в общем-то, их очень надолго хватает, то есть они достаточно экономно используются. И следующий, давайте посмотрим товары, предпоследний, который был заказан у меня. Заказ у меня абсолютно не очень большой, но в принципе заказ, в общем-то, ради витаминов был сделан. Это лак для ногтей. Сейчас камера его практически правильно передает. Я не помню, какой это цвет. Удивительно, но здесь даже, кстати говоря, снизу нет вот такой вот наклеечки, где обычно пишется код товара и где указывается название цвета. Но этот цвет в предыдущем видео о покупках Oriflame, где я планировала оформить заказ в следующем каталоге, вы можете посмотреть, я его там отмечала. И вот такой вот очень красивый темный бургунди, я бы даже сказала, такой цвет винограда. Сейчас у нас с вами осень, ногти я пока еще, как вы видите, не красила, потому что у меня сейчас перерыв был где-то недельный, поэтому планирую, конечно же, красить ногти. Я сама наношу лак, я не хожу в салон, ну, не знаю, вот так вот, в общем-то, хотя соблазняют меня на эти все шлаки, но не знаю, пока я не готова. И последний товар, который был в этом заказе, в этом каталоге сделан, это, конечно же, вот такой вот наборчик каштан. Крем для душа, здесь 200 мл, такая вот красивая осенняя упаковка. Консистенция у него достаточно мягенькая, ну, легкая, мягкая, вот такой вот гелеобразный, в общем-то, продукт достаточно приятно пахнет. И я думаю, что, вот вы можете видеть, он, знаете, такой как перламутрового оттенка, очень приятно пахнет. Тоже нейтрально, не термоядерно. Я знаю, что многие не переносят вот этот запах каштана, аромат жареных каштанов. Если кто-то в детстве готовил, тот меня поймет. Вот, нет, это, конечно же, абсолютно косметический такой легкий аромат. И в этом же наборе за 199 рублей входил вот такой вот крем для лица и тела, 2 в одном, также с экстрактом каштана. Баночка достаточно большая, здесь 150 мл, я пока еще не решила, как я буду использовать, как лосьон для тела или как крем для лица, я пока не могу сказать, здесь все запечатано, как вы можете видеть. Ну, в общем-то, можно, я думаю, открыть уже, так как я сегодня хочу попробовать нанести его на лицо и посмотреть, как он, насколько быстро он будет впитываться. Вот я его открыла. И вы можете видеть, что у него вот такая вот, опять же, повторюсь, легкая консистенция.
То есть видите, да, что он достаточно легко наносится, он не жирный. Ну, я думаю, что вот просто как молочко такое легенькое, оно идеально ляжет на ваше лицо. Достаточно такой легкий косметический, опять повторюсь, аромат. Никаких вот этих терпких ароматов жареного каштана, которые вы, может быть, чувствуете, когда вы проходите где-то в центре города и в палаточках, знаете, на каких-нибудь ярмарках, когда жарят эти жареные каштаны, а точнее жарят просто каштаны, и вот этот вот запах терпкий стоит на всю улицу. Нет, это не то. Ну и последнее. Последнее, что было сделано в этом заказе, это, конечно же, пробники новой парфюмированной воды, как мужской, так и женской. Мужская водичка – это Eternal Man, вот так вот она выглядит. Я пока аромат еще не тестировала, но попробую это сделать чуть попозже. И новый аромат Luminescence by Oriflame. Вот этот аромат мне очень понравился, он достаточно... Знаете, такой свежий аромат. Я думаю, что он вот свежий, легкий, где-то присутствует такая сладость терпкая, но она, знаете, вот как точечная бывает, такая вот импульсивная, импульсивный такой шлейф. Вот это именно такой аромат. То есть он достаточно интересно раскрывается. Мне он очень нравится. Возможно, что я даже его закажу. Мы сейчас с вами обязательно посмотрим каталог следующий и посмотрим, как он выглядит, в какой бутылочке. Очень мне понравился этот аромат, прям восторг абсолютный. Ну, надеюсь, что и сам полноразмерный формат меня тоже не подведет. Итак, оставайтесь со мной, сейчас мы с вами посмотрим каталог. Давайте посмотрим следующий каталог компании Oriflame, который будет действовать с 29 октября по 17 ноября. И здесь мы с вами видим уже новую помаду в основной коллекции The One серия. И давайте посмотрим. Ну и первое, с чего я хочу начать, конечно же, появляется новинка. Это крем для ног с гранатом и вереском. Очень приятный аромат. Я, конечно же, планирую его заказать, так как сейчас у нас осенний и зимний период. Наши ноги, так же, как и остальное тело, нуждаются в особом уходе. Следующее, что у нас также выходит, коллекция Dream Sleep. И здесь мы с вами видим, что компания предлагает нам расслабляющий спрей для сна и расслабляющее массажное масло для сна. Очень интересное именно средство уходовое. И, в общем-то, мне понравилось, я обязательно закажу. Тем более, я знаю, что здесь есть экстракт лаванды. И это для меня действует как на слона, потому что я... засыпаю очень легко. Вот именно аромат лаванды. Именно аромат лаванды дает вот такое вот потрясающее действие. Следующее, что мне понравилось, что также необходимо мне, это набор для глубокого очищения лица, куда входит средство для распаривания и глиняная маска с экстрактом водоросли, каролина и маслом чайного дерева. В общем, смысл в том, что вы распариваете лицо, то есть вдыхаете пары данного вот средства, которое вы наливаете в воду, дышите, у вас распаривается лицо, и далее вы уже наносите маску. Ну, это вот как, вот, скажем так, эффект бани только для лица. Очень интересное средство, конечно, компания выпускает, и очень хочется уже, конечно, попробовать. Так, ну вот этот момент с кремами я пока еще думаю, но я тоже их отметила. Это защитный крем для лица, пчелиный воск и миндаль новинки, и крем для рук, пчелиный воск и миндаль. Крем для рук нужен всегда, и поэтому, конечно, это неизбежные товары, которые... будут куплены в обязательном порядке. Следующее, что также меня заинтересовало,
Так, я, наверное, тут уже пропустила или нет? Нет, не пропустила. Здесь мы с вами переходим уже вот на такой вот вкладыш в сам каталог. И здесь тоже есть один товар, который я отметила, но пока я еще не знаю, буду я его брать или нет. Это мерцающий лосьон для тела «Сияние Парижа». По хорошей скидке 129 рублей по 200 миллилитров. То есть это еще минусуйте скидку консультанта, и, в общем-то, по хорошей, отличной даже цене будет данный лосьончик. Я его тоже возьму, если он будет еще на складе. Следующее, что мне также приглянулось в следующем каталоге, это, конечно же, станки, и я их обязательно возьму. Они мне очень понравились, потому что последний раз я брала станки серии компании Big, именно женские станки, они мне не очень нравятся, потому что, в общем-то, эффект от них нулевой. Но я уже их доиспользовала, поэтому с радостью куплю в следующем каталоге. Ну и, конечно же, я отметила водичку Luminescence. Что я хочу сказать про нее? Здесь у нас с вами аккорд электрического заряда, жасмин и светлая древесина. Очень приятный такой легкий аромат. Восторг у меня просто вызывает какую-то бурю эмоций. Вот я не знаю почему, но он что-то такое содержит очень интересненькое, что прям вот взрывает мой мозг и мое настроение. И я его обязательно закажу. Тем более он будет с хорошей скидкой за 999 рублей. Очень классный аромат. И я думаю, что это, конечно, претендент. Претендент на аромат. Аромат этого года после аромата Ибица. Ибица — это спрей для тела VIP Club Ибица. То есть тот был именно туалетной водичкой, а это парфюмированная вода, и она очень-очень приятная. Мне понравилось, поэтому я планирую ее, конечно, тоже заказать. Ну что ж, вот такой вот был заказ и следующий каталог, который вы уже могли видеть в компании Oriflame. Если кто-то желает оформить себе скидку, тот может зарегистрироваться по ссылочке внизу. Там есть два варианта. Вариант просто самостоятельно зарегистрироваться, и второй вариант зарегистрироваться и получить подарок от спонсора. Выбирайте свой вариант и обязательно задавайте вопросы, пишите, комментируйте, делитесь мнениями, впечатлениями. Всем отличных выходных, всем пока-пока!